мне, этот бой не забыть ни почем. Смертью пробит он воздух, а с небосклона бесшумным дождем падали звезды. А с небосклона бесшумным дождем падали звезды. Вон снова упала, и я загадал выйти живым из боя. Так свою жизнь я поспешно связал с голубой звездою. Так свою жизнь я поспешно связал с голубой звездою. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернул из боя. Здравствуйте, в эфире «Стрелка». Понятно, что за день до 9 мая мы не могли, готовя передачу, не думать о Дне Победы, о завтрашнем великом празднике. Ну а почему мы начали с Владимира Семеновича Высоцкого, из его, не то что попурри, а вот из двух маленьких отрывков, из двух песен военных? Вы смотрели вчерашний концерт в Кондратьевском дворце съезда, посвященный Дню Победы? Если смотрели, то примите мои соболезнования. Действительно, надо же было так, извините, испохабить этот праздник. Надо же было так не уважать ни тех, кто сидел у телевизоров, ни тех, кто сидел в зале, чтобы вот так вот пафосно, по-дурацки, с нафталином вывести на сцену всех этих людей, которые отрабатывали номера и делали все, ну, может быть, кроме Газманова, чтобы скорее с этой сцены уйти. А ведь разговор-то шел о том, что с каждым годом ветеранов становится все меньше и меньше. Да, вроде как-то уже такое проходное место стало. Так вот, сделайте так, чтобы, сидя у телевизоров, эти люди понимали, что то, что делается вот там, в Кремлевском дворце, в присутствии нового президента, в присутствии патриарха, в присутствии абсолютно всех, кто только что был на инаугурации нового президента, сделайте так, чтобы было понятно, что мы действительно понимаем, что вы сделали для нас. Мы действительно понимаем, что такое война. Мы действительно пытаемся понять масштаб этого самого подвига. Мы действительно вас любим, уважаем. И нам бесконечно жаль, что мы не можем каждому из вас сделать так, чтобы, ну, ваша жизнь была, ну, хоть чуть-чуть легче. Ну, не можем. Жизнь такая сейчас. Так вот, вместо этого мы куда-то ушли, вот ту самую, в конец, не знаю, там, 80-х или в начало 80-х, когда чем громче, чем больше вот этих полыханий красных цветов, чем масштабнее какие-то тусовки, там, будь то «Березка» или будь то «Моисеевский ансамбль», тем вроде как и лучше. Вот это ветеранам нравится, сомневаюсь я. А вот Владимира Семеновича там не было. Не нашлось места для Высоцкого. Мне кажется, что то, что делал он в песнях, я имею в виду, о войне, это как раз то, что, ну, как-то дает нам возможность понять, а что же такое война. Вот такого был таланта человек. Почему я говорю сегодня о Высоцком? Об этом чуть позже. Давайте мы послушаем одну из военных песен Владимира Семеновича Высоцкого. Так. Кто сказал, все сгорело дотла, больше в землю не бросите семя? Кто сказал, что земля умерла? Нет, она затаилась на время. Материнство не взять у земли, не отнять, как не вычерпать море.
кто поверил, что землю сожгли. Нет, она почернела от горя, как разрезы траншей легли, и воронки, как раны сияют, обнаженные нервы земли. Неземное страдание знаю, она вынесет все, переждет. Не записывай землю, калеки, кто сказал, что земля не поет, что она замолчала навеки. Нет, винит она, стоны глуша, изо всех своих ран и задушен. Ведь земля — это наша душа. Сапогами не вытоптать душу. Кто поверил, что землю сожгли? А вы знаете, что это фактически единственная запись, профессионально сделанная запись в центральной, главной, первой студии Останкинского телецентра в рамках передачи «Кинопанорама». Единственная. Именно за эту запись, если ее находили в подполе у инженеров видеозаписи, а, конечно же, этот концерт немедленно был растиражирован и спрятан, если эту кассету находили, человека и начальника смены увольняли немедленно с красным, там, черным, не знаю, каким другим билетом. Вот за эту, за то, что Высоцкий пел о войне. Гость студии сегодня Никита Владимирович Высоцкий. Ну, по отчеству вроде понятно, да? Хотя, наверное, мы сразу должны договориться, что мы на «ты». На «ты» мы стали недавно, наверное, недели две назад, хотя знакомы, в общем, достаточно давно. На самом деле, на «ты» мы стали, не скажу как, лет 12 назад, когда я приходил к тебе и к Саше Политковскому во «Взгляд». Да. Вот тогда мы познакомились. Добрый вечер, да. Никита, знаешь, вот очень сложно мне сегодня. Знаешь почему? Потому что мы пробежали вот этот путь от 80-го года со дня смерти Владимира Семеновича до сегодняшнего дня 20 лет. И как-то столько сказано уже, и столько как бы уже все известно и о песнях, и о спектаклях, и о кино и так далее. Но чего об этом говорить? А поколение-то целое выросло, которое не видело Высоцкого и не знает его песен, потому что, ну, как бы, другие песни сегодня на магнитофонах-то. Угу. И потом в телевизоре. Так вот, скажи мне, пожалуйста, сейчас для Никиты Высоцкого, вот тот человек, который пел только что вот эту песню, он кто? Он отец? Он памятник? Он вот человек там, на этой пленке? Он кто сейчас для тебя? Ну, ты знаешь, ты так сразу очень в такие меня серьезные размышления, но, может, и правильно. Действительно, существует, вот, наверное, у всех вот родственников, друзей, великих людей существует не один вот человек, которого они знали, которого они помнят, с которым связаны какие-то там интимные воспоминания, но у меня, скажем, детские какие-то там первые впечатления. Вот это один человек. А существует еще много других людей, там, я не знаю, тот, который Жеглов, ну, у меня, скажем, да, там, у Шукшиных тот, который там в «Калине красный», да, вот это немного другой человек. Тот человек, который был вот сейчас перед нами, да, который пел эти песни, сочинял их. Вот, ну, это такое дело, потому что к нам тоже добавляется вот такой вот флер вот этого мифа, мифа о нем, о том, что... Вот он был какой-то вот совсем необыкновенный. Я помню очень простого, очень безумно обаятельного человека, который, когда чем вот старше остановился, он умер, когда мне было 16 лет, действительно, скоро уже 20 лет, вот которого я очень хорошо помню, который мне вот чем старше остановился, вот там 13-12 лет, вот чего-то начинал соображать, мне просто очень нравился. Мне нравилось слушать, как он поет, скажем. Мне нравилось, когда он ведет машину, он необыкновенно водил машину, необыкновенно. Вот у меня не дал бог, я как пенсионер езжу. Он невероятно водил машину. Вот. Он невероятно рассказывал анекдоты. Мне это безумно нравилось. Вот. И вдруг, когда вот я, скажем, был на его концерте,
И он выходил и начинал с военной песни, которую, может быть, мы сегодня услышим, там «Мы вращаем землю». И я вдруг понимал, что вот этого я не знаю, вот этого человека я не знаю. Вот это для меня. Скажи, пожалуйста, ты вот слово «миф» произнес, что вот, так сказать, некое все-таки существует. Но ведь ты сегодня создатель этого мифа или его продолжатель, и я не знаю, как правильно сказать. Угу. Потому что страшно сказать, актер Никита Высоцкий, сегодня не актер Никита Высоцкий, а директор государственного, а дальше... Культурного центра музея Высоцкого в Москве есть такой музей. Вот. И, кстати, вот эта киностудия, телестудия 2 года назад передала в этот музей материал на пленке 16 миллиметров, и это к 60-летию отцовскому вот так вот за бесплатно передали, за что как бы спасибо. Тонусу спасибо. Тонусу. Я понимаю, о чем ты говоришь. Я не создаю миф. Ты знаешь, я пришел на эту работу просто, чтобы сделать такую не очень благодарную, не очень приятную, не очень интересную работу. Я, в общем, такой, знаешь, гольный администратор. Я строю дом, строю стены. Ты у нас бывал, там, в общем, в тяжелом все состоянии, ну, как и вся вообще культура наша. Вот. Построить вот сейчас, в это время, не казино, а музей, ну, поверь мне, очень сложно. И, в общем, очень неинтересно. У чиновников у московских, и не только московских, наверное, так сказать, всех рангов, фамилия Высоцкий сегодня какое вызывает отношение? Вот когда ты приходишь с бумагой, там мне нужны унитазы, вот, mm-hmm. так сказать, ну вот 28 mm-hmm. штук. Mm-hmm. Я не могу их купить за собственные деньги. Вот в фондах этих денег нет. Mm-hmm. Это нужно для музея Высоцкого. А вот чиновники что при этом делают? Ну, знаешь как, есть обычная отговорка там у любого чиновника, любого уровня, когда он, знаешь, отведет тебя за локоток и скажет: старик, в стране хлеба не хватает. Понимаешь? Какие там унитазы для музея, да? Вот. И, как бы, и вроде стыдно его просить о чем-то, да? Хотя он тут же сел в Мерседес 600 и куда-то поехал. Вот. Значит, но нет, я тебе так скажу, что очень многие люди, и в этом смысле вот отец удивительный совершенно человек, очень многие люди на его фамилию реагируют. И открываются, и делают то, что для другого бы не сделали. Не потому, что я такой великий администратор, директор, так умею убедить, а потому, что я говорю, вот как ты говоришь, что унитазы для музея Высоцкого. Очень многие помогают. Это действительно так, и я недолюбливаю чиновников, хотя сейчас, ну как, я тоже чиновник, да, свой, я директор. Вот. Недолюбливаю вот еще из старой моей актерской жизни. Мы всегда не любили вот начальников. И сейчас, наверное, это осталось. Но очень многим людям, и действительно, я благодарен. Другое дело, они ведь тоже не свободны. Они не свободны в принятии решений, не свободны даже в любви в своей. Они иногда, вот я приглашаю, он говорит: а вот этот будет? Я приглашаю на какое-то наше там дело. Я говорю: я не знаю. Но он говорит: вот тогда и я не знаю. Понимаешь? На здании театра на Таганке до сих пор два слова. Владимир Высоцкий, имеется в виду спектакль. Я полагаю, что ты его, так сказать, знаешь наизусть. А вот не приходило в голову Юрию Петровичу Любимову или там, не знаю, кому, ну, наверное, только ему, сказать: Никита, ну, это твой спектакль, ты там должен быть, не знаю, хотя бы, так сказать, ну, стоять. Я играл в этом спектакле, и я вообще так к себе отношусь, и без лишних каких-то вот угрызений, там, сомнений, что вот я как такой плохой. Я, на мой взгляд, профессиональный актер, я неплохо и достаточно удачно работал и в театре, и в кино. И я работал в этом спектакле, мне не стыдно за то, что я там сделал. Ну, там это был такой вынужденный ввод. Там. Это был вот момент, когда театр делился, уходили актеры. Я ввелся вместо Филатова. Это, ну, как бы вроде на один, на два спектакля, пока все затихнет. Оно не затихло. И было время, я работал сезона 2. Но, понимаешь... И, как тебе сказать, как ни странно, вот именно то, что сын играет в спектакле об отце, я думаю, это давало какое-то дополнительное такое, знаешь, нетворческое напряжение, что артистам на сцене, что зрителям в зале, что человеку, которого я безумно уважаю, Юрию Петровичу. Я как-то это почувствовал, я так вот обладаю некоторой такой вот интуицией. Мне все говорили спасибо, мне хлопали зрители. Я вот отчитывал свое, и я почти всегда на аплодисмент заканчивал. Но я это чувствовал, и когда я так пришел, и говорю: Юрий Петрович, я, может быть, пойду? Он говорит: давай. Пошел. Но, тем не менее, коллеги твои остались, и вот давай вспомним, как это они делают.
на сцене. Наше время герои, но счастье как станешь. Мы ловим и зимой за них, и умаем все. Больше вот мы ты страшно теряли, но лучше товарищ. Постану не заметим, что рядом на ночи нет. Еще будем долго. Нет ощущения, что это, так сказать, лучшее исполнение этой самой песни. К тебе, кстати, какая «Таганка» ближе? Вот ты сейчас две. Ты имеешь в виду? Нет, я считаю, что это великая беда этого театра, этих людей. По ним вот так время катком проехалось. И я знаю людей с обеих сторон, как бы с обеих вот этих сцен, и к тем, и к другим. Особенно вот к тем, кто работал вот в ту «Таганку», великую «Таганку», которую я любил, очень и люблю, и которая меня сформировала. Я и к тем, и к другим отношусь хорошо, но не мое это дело там судить кого-то. Естественно, как театрный, гораздо более убедительна та половина, которая любимовская. Любимов — великий режиссер, и какие бы там ни переживал театр трудности, то, что он делает, конечно, ну, несравнимо выше, чем то, что делает Губенко. Ну, как бы, я думаю, об этом никто и не спорит. Там же конфликт не столько творческий, сколько человеческий. Слышим вас. Добрый вечер. Здравствуйте. У нас Никита Высоцкий, если вы видите его на экране сейчас. Естественно, видим, иначе бы не позвонили. Спасибо. Слушаем вас. Спасибо вам, Никита, что нашли время приехать в наш город, Сергиев Посад. У меня такой вопрос. Завтра 55 лет Победы. Что лично для вас это победа? Что такое война для вашей семьи? Я понял. Спасибо. Ага. Спасибо. Я понял. Вы знаете, во-первых, я с удовольствием приехал, и там вот Володя мой товарищ, и студия, как я уже сказал, не совсем чужая, и в городе я в вашем бывал. Вот, так что спасибо вам, что смотрите. Я, как ни странно, отвечал вот на этот вопрос совершенно недавно. Совсем недавно, и был не готов к нему абсолютно. А потом, и как-то ответил глупо, хотя тоже перед камерой. И не сумел сказать главное. Спасибо, что вы мне вот даете такую возможность, потому что потом я думал, что же я не так сказал. Вы знаете, в нашей семье, я отвечаю и вам, и вот Володь тебе говорю, в нашей семье, ты многих же знаешь, война, она никогда не была чем-то вот таким героическим, радостным, я не знаю, таким победоносно-патриотичным, вот тем, как ты рассказал об этом концерте вчерашнем, который я не видел. Правда. Может, мне и хорошо. Вот. Война вот с самых маленьких лет, вот когда я понял, что вот у меня есть, допустим, дедушка, который воевал, а второй дедушка пережил всю блокаду от первого до последнего дня. Они оба, их обоих уже нету. И да, там грудь, там как иконостас, все в орденах. Но вот я знал, что это беда. Я знал, что война — это то, о чем вот взрослые мужчины могут плакать. Я не понимал, что это такое. Я помню, меня поразило, когда мне показали фотографию одного ленинградского нашего родственника, который погиб. Молодой совершенно человек, и я вдруг представил себе, что он сейчас был бы вот как мой дедушка, примерно такой же, ходил бы со мной на лыжах. Вот он, а его нету. И я знаю, где его могила. Уже давно его нету. Моя мама, мой отец, они были в эвакуации. Когда моя бабушка поехала вот в то место, где она была с отцом, мы так решили, чтобы она проехала, и мы ее снимали, о чем-то расспрашивали, чтобы она вспомнила. Вот в то место, куда они поехали из Москвы с отцом в эвакуацию. И ехал не я, а мой брат. Он ее вот и записывал, и разговаривал с ней. И вот я видел кадры, когда она встала вот на весы на спиртзаводе, где она работала.
отец ходил там в садик маленький, а она работала, взвешивала что-то на огромных весах. Она зашла на эти самые, и Аркадий говорит, она зарыдала, я такого не видел. Это все снято, может быть, когда-нибудь имеет смысл это показать. Для вот, и я думаю, что у отца, все-таки передача, наверное, о нем, а не обо мне, у него было это понимание, ощущение на уровне просто нервов его, да, что это великая беда. Он был в Москве, из которой все бежали, когда вот ее вот-вот должны были взять, да. Он был в эвакуации, в голодной эвакуации в Оренбургской области, в холодное, страшное время. И он был в послевоенной побежденной Германии, играл с этими немцами, маленькими детьми. Там, ну, есть история, она там в воспоминаниях деда моего где-то записана, что вот он отдал велосипед мальчику немецкому, который ему мой дед, его отец купил, а он отдал. Вот, потому что, говорит, у него никогда нету и никогда не будет. Вот это вот ощущение беды. И при этом, когда вот День Победы, я понимаю, что это действительно великая победа. Потому что если, ну, если до сих пор вот я чувствую, и я уверен, дети мои так будут чувствовать, что это самое страшное, что вообще, может быть, за всю историю человечества произошло, вот эта война. Вот эти там то ли 20, то ли 30, то ли 40 миллионов людей, которые погибли только с нашей стороны. Вот. Я думаю, что и они будут это помнить. И у отца это было в песнях. Именно поэтому, может быть, они и пробивают. И именно когда это ощущение жуткой беды, которую мы превозмогли, наш народ превозмог, уходит, вот тогда вот с саблями, с этими самыми, значит, с каким-то гиканьем, там, значит, и там 200 человек на балалайках, вот тогда как бы вот такие праздники. Скажи, пожалуйста, вот Володя Высоцкий, маленький Володя, жил действительно в Германии. Вот сразу после войны ты никогда не слышал о том, что он как бы взял от деда ненависть к фашистам. Вот ненависть ведь не... Я почему спрашиваю, я не могу сформулировать. Моя мама ведь тоже пережила блокаду. Да, отец вот прошел войну. Мама практически до конца дней, ну там лет, там, может быть, за 10 до смерти, она, так сказать, как бы остыла. А вот она не могла слышать немецкую речь по радио. Вот не могла. Ее начинало колотить. Я это видел. Я не понимал этого, но я это видел. То есть это даже не ненависть, но это как бы, так сказать, вот... С понятием немец, с понятием вот с немецкой речью, вообще с понятием Германия, было связано вот ужас, вот то, о чем ты сейчас только что рассказал. Он это через деда почувствовал или нет? Было это или нет? Ну, ты знаешь, опять же, ты же видел моего деда, он светлая ему память, он 3 года как умер. Он был невероятно жизнелюбивый и очень остроумный человек. И вообще отца от очень многих вещей и в его жизни, я думаю, от того, о чем ты спрашиваешь, спасал какой-то такой юмор, какой-то он такой, я даже не знаю, как его назвать. Дед с Украины, может быть, это украинский юмор, я не знаю. Он... Очень есть такая история, я не знаю. Он был в ГДР, в ГДР, не в ФРГ, а в ГДР, вот в том месте, где он жил. Театр спустя там был. Много да, лет. Спустя много лет, он взрослый, значит, актер, он пришел и пришел вот на то место. Я тоже ездил в этот дом, значит, вот Оберсвальда, где они с моим дедом, с его женой Евгенией Степановной, где они жили, вот, это на территории ГДР, там 30 километров от Берлина. Вот, и он нашел какую-то женщину и говорит, вы помните, здесь жил русский офицер с женой и с сыном? Через кого-то там как-то моя твоя не понимай, как-то так они объяснялись. Та говорит, ну, здесь много было офицеров русских тогда. Тут. Она говорит, а вы помните, и когда он сказал, что вот там был мальчик Вова, то она вспомнила, что ах, это ты там такой-сякой. Там, это... То есть он на самом деле, ну, как сказать, он был человек легкий, очень озорной, я имею в виду отец. И это абсолютно дедовская черта. Вот, которая его вообще не озлобила. Ему было от чего озлобиться и на кого озлобиться в жизни. Я думаю, что вот, может быть, это, понимаешь, понятно. Я ему не душеприказчик. Я хочу понять природу вот того, что мы сейчас послушаем. Ведь вот с той песни из «Вертикали» для меня, например, так сказать, как бы
началось вот это ощущение того, что и с той стороны умирали, да, враги, но тоже люди. Свою добычу смерть считала. Бой будет завтра, а пока свод взрывался в облака и уходил по перевалу. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. А до войны вот этот склон немецкий парень брал с тобою. Он падал вниз, но был спасен. А вот сейчас, быть может, он свой автомат готовит к бою. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Ты снова тут, ты собран весь, ты ждешь заветного сигнала. И парень тот, он тоже здесь, среди стрелков из Эдельвейс. Их надо сбросить с перевала. Отставить разговоры вперед и вверх, а там, ведь это наши горы, они помогут нам, они помогут нам. Потрясающе. Понятно, для меня поэзия и там тексты песен отличаются простой и нехитрой вещью. Это строчкой. Вот и парень тот, он тоже здесь, среди стуков. Я задальвесик. Ты знаешь, я тебе скажу, я помню твой вопрос, я тебе хочу на него ответить, это важно. Ты знаешь, вот моя бабушка, его мама, отцовская, она знала немецкий и водила экскурсии немцев по Москве. И вообще вот это вот ощущение, да, того, что это вот те же самые, вот эти, ну, как... Да, те же самые. Вот, это на самом деле, как это было в ней, это было в отце, наверное, когда он их видел. Я думаю, что, ну, как бы, опять же, в твоем вопросе был уже ответ, он, и не только он, вообще в этом сила, наверное, я не знаю, так, прости, ты сейчас скажешь, Никита тоже, значит, пафосный человек, сила народа нашего в том, что он это принимает, в том, что мы приходим. Мы, я говорю, как народ, я тоже часть народа, приходим в Париж, который там в 12-м году, да, и строим им мостик на память. Вот сейчас какой-то юбилей этого моста, да, который мы построили. И уходим оттуда, не сжигаем, как Москву. Вот. И отец в этом смысле, он часть своего народа, и он понял и принял, и принял их трагедию, их беду, я думаю, так же. Он понял их, я думаю. Все равно есть, я не раз слышал ответ, и хочу все-таки, чтобы он прозвучал еще раз. Откуда знание, мельчайшее понимание даже там, не знаю, ну просто название там, группы Эдельвейс, да, это можно прочитать в учебниках по военному делу. А откуда вот ощущение того, что он воевал, вот откуда это? Это что, это талант или это что-то такое? Во-первых, конечно, тут объяснить, ну, есть вещи, которые объяснить нельзя. Откуда знал, это я сейчас тебе объясню. А то, что вот он, такое было впечатление, что он как будто вот, как будто действительно он, как будто он о себе поет, и причем он не играет, он не изображает, а он как будто действительно в этом месте присутствует. Я когда-то, он мне спел, я был маленький, еще песню, «Горизонт» есть такая песня, дома у себя, он говорит, вот я написал, и он мне ее спел. Причем и я вот сидел, и я вот почувствовал, что я еду. Я еду, вот как вот он мне поет, и глаза закрыл, а потом он закончил, а глаза открыл, а я смотрю, а он тоже едет, ты понимаешь? Вот я не могу тебе этого объяснить. В нем это было, он брал абсолютно на себя этот талант, это и актерский, и поэтический. А вот про его необыкновенную память мама моя рассказывала, и многие говорят, что у него и память, и вот это вот набор деталей, которые...
как будто, знаешь, да, чтобы хорошо соврать, вот говорят, ты какую-то очень точную деталь, да? Ну, так говорят. Вот. Значит, он эти детали, они есть в жизни, да, их говорят, их говорили вот эти вот друзья моего деда, например. У него была классная компания фронтовиков, действительно обаятельные люди. Среди них были там, я не знаю, там Покрышкин или Скоморохов, то есть люди просто там всей стране известные, а были просто какие-то простые, которых особо никто не знает, которые остановились на каких-то днях, каких должностях. И вот когда они говорили об этом, а он сидел в соседней комнате, вот мама говорит, что было так. Несколько раз она говорит, я ловила его на этом. В соседней комнате идет какой-то разговор, там, я не знаю, за Шекспира, да, а он сидит здесь и что-то такое решает, что-то с кем-то о чем-то разговаривает. И вдруг она же присутствует при другом разговоре о Шекспире, он начинает оттуда, из того разговора, из соседней комнаты цитировать, просто потоком выдавать, фактически пересказывать тот разговор. Она говорит, Володя, как ты это делаешь? Он говорит, я не знаю. Я говорю, как будто вот беру с полки, вот оно там лежит, я беру, вот оно. То вот есть была, я как была... истребитель, это Покрышкин? Скоморохов, да. Вот. Но, опять же, это как бы песня ему посвященная. Понятно. То есть это не то, что так. Слушаем вас. Добрый вечер. Здрасте. Добрый вечер, Владимир. Добрый вечер, Никита. У меня вот какой вопрос. Сначала, правда, я хотел бы поблагодарить вас, что посетили наш город, что приехали на эфир. Очень интересно смотреть. И у меня вот какой вопрос. Вот у Владимира Семеновича в песнях очень часто звучали горы. Так вот, вопрос такой, что они для него значили, был ли он как-то с ними связан, почему очень часто возникал этот образ? Ну, я вам скажу, спасибо. Это дело известное, ну, так, биографически это связано очень просто, он снимался в картине у человека, который потом стал его близким другом, у Станислава Сергеевича Говорухина, в фильме «Вертикаль». И он для этого фильма написал несколько песен, и самое главное, он прожил вообще-то в экспедиции, то есть он жил вот на плато, в лагере альпинистов, там были настоящие альпинисты, там случались трагедии, там при нем погибла группа альпинистов, и он видел, как вот их несут, как их откапывают там и так дальше. Вот, я думаю, что, ну, горы, во-первых, это безумно красиво, кто бывал, да, тот знает, мне тоже там повезло, я видел там и Кавказ, и Памир, да, и это безумно красиво, но самое главное, вот я думаю, вообще отцу, вот я пытаюсь вам ответить, ему было очень важно в достаточно такой лживой, ну что ли, жизни, в большом, в официозе, что ли, в каком-то, да, когда он видел вдруг что-то настоящее, что... Ну, что вот можно, вот, знаете, как вот, когда вот видишь человека, который часы делает, и ты понимаешь, что, ну, он мастер, да, вот это вызывает уважение. Вот отец к таким вещам, он тянулся, в горах люди настоящие. Я сам тому бывал свидетелем, я как там снимался, у меня были дублеры, альпинисты, это настоящие люди, и вот это вот ощущение, что в горах все не так, как здесь, вот здесь внизу я имею в виду. И эти люди, они настоящие, они не лживые, они потом спустятся, они будут такие же, как и все, они будут играть вот в эти наши игры, там, начальник подчиненный, там, я не знаю, и будут лгать, вынуждены, а вот там они настоящие, вот на вершине они настоящие. И отец, конечно, это чувствовал, и он стремился, он тянулся к этим людям, поэтому он тянулся не только к альпинистам, он тянулся, я не знаю, к подводникам, к спортсменам, он дружил, скажем, там, с Харламовым. Дело не в том, что Харламов там знаменитый, поэтому я об этом говорю, а его тянуло к таким людям, которые на самом деле, которые настоящие, которые не изображают из себя что-то, а которые есть, вот то, что они есть, космонавтам, поэтому, врачам. Поэтому, наверное, и вот такая какая-то просто до боли в сердце искренность в военных песнях. И поэтому тоже, конечно. Братские могилы, например. Конечно. На братских могилах не ставят крестов, и вдовы на них не рыдают. К ним кто-то приносит букеты цветов, и вечный огонь зажигают. Здесь раньше вставала земля на дыбы, а нынче гранитные плиты. Здесь нет ни одной персональной судьбы, все судьбы в единую слиты. А в вечном огне видишь вспыхнувший танк, горящие русские хаты,
горящий Смоленск и горящий Рейхстаг, горящее сердце солдата. У братских могил нет заплаканных вдов, сюда ходят люди покрепче, на братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? На братских могилах не ставят крестов. Но разве от этого легче? Это где? Это в Венгрии во время гастроли, если не ошибаюсь, 78-го года, театра на Таганке. И вот спасибо венгерскому телевидению, как вот и Маринина, и техники спасли ту запись. Вот они тоже ее не стерли в свое время. Это несколько песен было записано. «Спасите наши души», «Гимнастика». По-моему, «Я, конечно, вернусь». Там, но 4 или 5 песен. Они все известны, их использовали в разных этих самых. Такие сделали, как, ну, не знаю, как клипы. Ну, вот он ходит. Ну, вы же понимаете, что мы-то понимаем, что мы люди телевизионные, что он там под фонограмму поет, да? Микрофона-то нет. Никита, кстати, ты, наверное, очень богатый человек. Вот я сейчас с ужасом вдруг понял, что я главного, наверное, не спросил, если бы он сейчас не пошел разговор об этом. В одной из книг воспоминаний, много было опубликовано, не помню кого, есть эпизод. Гастроли театра на Таганке, по-моему, в Набережных Челнах. От места, где они живут, до театра, они идут по улице, и из всех окон, значит, магнитофоны и разные песни Высоцкого. И так это труппа, так сказать, и он шли под собственные песни. Там много. Кто владеет авторским правом сейчас, а стало быть и всем этим, вот, ведь это не только частные собрания, ведь песня Высоцкого, вот сейчас 20 лет без Высоцкого, я представляю, что сколько будет этих песен показано по всем каналам, не говоря уже о стране вообще. Куда капают денежки? Во-первых, вот тем, что исполнялось отцу, этим владел народ. И он так по-прежнему продолжает этим владеть. И может быть это и слава богу. Вот. Тогда об авторских правах он не очень забыл. Он с несколькими людьми очень сильно поругался. И есть такие люди, я не хочу их называть, которые вот начинали торговать, распространять его записи. Он обижался, сердился, ему это не нравилось. Сам он, естественно, не ходил, не переписывал и не предлагал. Там. Вот. Сейчас есть 4 наследников. Вот дед умер, было нас 5. И мы этим владеем. Ты немножко заблуждаешься, в смысле, насколько я богат. Но у нас не очень принято уважать вообще собственность. А тем более, что такое интеллектуальная собственность никто не понимает. Если бы, я думаю, я получал бы какие-то отчисления вот с этих тиражей, безумных, миллионных тиражей, всего, вот, что есть, наверное, в каждом доме, я бы построил этот музей там за полгода на свои деньги. Но это немножко довольно... Ну, это отдельная история. Она такая, может быть, не ко времени. Но я тебе скажу, что этим я стараюсь, я очень стараюсь этим заняться. Вот почему. Не для того, чтобы я много заработал и построил музей. Дело в том, что Высоцкий не может, не должен, вот то, что он собой являет, оно не может валяться под ногами. Когда нету хозяина, я тебе скажу, был случай, когда, допустим, Мавроди сделал клип предвыборный на песню, кстати, вот тот же «Горизонт», вот, про который я говорил. И он, значит, ходил, значит, Мавроди идет такой маленький, и что, значит, меня не рубли на гонку завели, значит, и он что такое ходит, и отец надрывается и поет. Я увидел по телевизору. Я туда пошел и говорю, с какой стати, кто вам разрешил, кто вообще позволил? Он говорит, вот, и, в общем, я ему там угрожал и судом, и все, и мне звонили от Мавроди, и деньги предлагали. Дело не в деньгах. Дело в том, что это не валяется под ногами. И дело не в том, что я там к Мавроди плохо отношусь. Дело в том, что у этого есть хозяин. Этот хозяин – наша семья. Не потому, что она хочет много зарабатывать, а потому, что она не позволит ставить Высоцкого на презервативах. Я прошу прощения. Она не позволит это использовать вот в таких вот, допустим, целях, там, как Мавроди. Она не позволит в бездарные фильмы включать эти песни вот так вот, чтобы они где-то там развлекали. Там, ну и так дальше. Понятно. И так далее. Это у такой
у такой ценности, я понимаю, что это великая ценность не столько в деньгах, сколько в принципе, как, да, в духовном смысле. Такой ценности должен быть хозяин. Хозяева, наша семья. Я сейчас очень серьезно этим занимаюсь. Мне достаточно трудно этим заниматься. Я профессиональный актер. И есть юристы. Я, как это не стыдно, может быть. Хотя, почему все стыдно? Я хожу в суды, я разбираюсь с пиратами, с кем могу. Я несколько раз нарывался на очень серьезные неприятности в связи с этим. Но я буду этим заниматься. У этого есть хозяин. Пусть все знают, и что это хозяин. Это я, мой брат, моя бабушка и Марина Влади. Вот это четыре человека, которые за это отвечают. И дело не в том, что они с этого получают. Поверь мне. Да это я, как бы отдельный извини, разговор. Ты же понимаешь, это вот, провокационный достаточно тех вопрос был. Я вот о чем. Да. У этого должен быть хозяин. Вот смотри, вот ходили люди, да, в Венгрии. Думаю я, что венгры не раз, а уж тем более после смерти, за эти 20 лет, не раз крутили эти записи по своему венгерскому телевидению. И меня сейчас даже волнует, может быть, не сторона, так сказать, вот соблюдения чистоты авторских прав, там платили они, условно говоря, вам за это или нет. Венгры понимали, о чем поет Высоцкий, учитывая их name to dome по поводу всего чего угодно вообще. То есть, вот военные песни Высоцкого, насколько мне известно, когда на концертах в Париже собирался, так сказать, русский бомонд, условно говоря, ну, первая, вторая, там, третья волна потомки, но все-таки русская речь не самая, так сказать, чужая, то это понятно, но ведь, насколько мне известно, его слушали и те, кто русский не знает. Вот это что за феномен? Это что? Это энергетика и не более того? Или это еще и, так сказать, понимание того, что вот такой была война? Он был профессионалом, он умел взять внимание. Есть история, как вот он на газете, значит, как называлась газета французских коммунистов? Не помнишь? Юманите. В общем, был «Юманите», был вечер вот этой газеты, и там где-то в поле, значит, была эстрада, и там 500 000 человек ходило, и они замерли, когда он пел, и он говорит, я вот их взял, говорит, я бы час вот стоял бы, и они бы меня слушали. Он понимал, что он это может. Он понимал, что он это может, он понимал, что он умел взять внимание, он умел, где надо, запаузить, он был профессионал, чего говорить, особенно там вот уже спустя, когда у него был опыт концертный и так далее. Но есть еще одна вещь. Мне кажется, что вот есть такая история. Марина рассказала мне, по-моему, она где-то это записала, не читал. Она говорит, в Америке его слушали русские мигранты, когда он выступал в Америке. Но за порядком следили американские полицейские. И она говорит, стоит двухметровый такой жлобяр, толстый такой черный полицейский. И смотрит только там, значит, не фотографировать, потому что ему сказали, значит, он засвечивает пленку, он всем показывает, не надо, значит, там не курить, на ношу, не колоться, вот он стоит, значит, за этим смотрит. Ее что там, русские, как бы что-то. И она говорит, когда он услышал вначале, он все равно не смотрел, потому что ему надо было смотреть, ему сказали смотреть на зал, он смотрел на зал. Но потом, когда он увидел, что с залом начало происходить, когда зал там от смеха к слезам в секунду переходил, когда там люди падали, я сам был на его концертах, и я видел, как люди кричали, говорили, Володя, не надо, подожди, мы не можем, так смеялись, да? И он начал смотреть на сцену, и он бегал и кричал своему американскому второму там какому-то офицеру, он говорил, о чем он орет? Ты скажи, про что он орет? То есть... Была какая-то вещь, которую назвать нельзя, которая, наверное, ты понимаешь, наверное, нельзя. Это чудо, это искусство, это интернационально. И как бы венгры сложно не относились, допустим, к Советскому Союзу того времени, они и на Таганку среагировали. Можно поговорить с актерами, которые там были очень хорошо, и на отца тоже, и на его Гамлета, и на его песни на русском языке. А конечно, с мексиканским вариантом вот песни? Думаю, что то же самое. Я не очень знаю историю вот этой записи. Давай ее сразу послушаем. От границы мы землю вертели назад. Было дело сначала. Но обратно ее закрутил наш комбат, оттолкнувшись ногой от Урала. Наконец-то нам дали приказ наступать, отбирать наши пяди и крохи.
Но мы помним, как солнце отправилось вспять и едва не зашло на востоке. Мы не мерим землю шагами, понапрасну цветы деревья. Мы толкаем ее сапогами от себя, от себя. И от ветра с востока пригнулись стога, жмется к скалам Атара. Ось земную мы сдвинули без рычага, изменив направление удара. Не пугайтесь, когда не на месте закат. Судный день — это сказки для старших. Просто землю вращают, куда захотят. Наши сменные роты на марше. Мы ползем, бугорки обнимаем, почки тискаем, зло не любя. И коленями землю толкаем от себя, от себя. Здесь никто б не нашел, даже если б хотел, руки кверху, поднявших всем живым, ощутимая польза от дел, как прикрытие используем павших. Этот глупый свинец всех и сразу найдет, где настигнет в упор или с тыла. Кто-то там впереди навалился на тот, и земля на мгновенье застыла. Я ступни свои сзади оставил, мимоходом по мертвым скорбя. Шар земной я вращаю локтями от себя, от себя. Кто-то стал в полный рост и, отвесив поклон, принял пулю на вдохе. Но на запад ползет батальон, чтобы солнце зашло на востоке. Животом по грязи дышим смрадом болот, но глаза закрываем на запах. Нынче по небу солнце нормально идет, потому что мы рвемся на запад. Руки, ноги на месте ли, нет ли, как на свадьбе, росу пригубя. Землю тянем зубами со стебли на себя, от себя. Володь, я хочу ответить на твой вопрос. Ничего, что я тут тебя не это самое, да? Или ты что-то хочешь сказать? Я хочу ответить на твой вопрос. Ты знаешь, дело в том, что бывали мы за границей. За границей бытует мнение, да, что войну, как победили там, значит, американцы с англичанами, ну, есть такое у них думка. Вот, а русские там что-то такое по медвежьи делали. Вот. Я думаю, что вот этот подстрочник, да, который шел... Не думаю, что это вот такой прям перевод, что они поняли, какой Высоцкий поэт. Но вот когда они это читали и видели, как он это делает, я думаю, они так подумали, американцы ли, елы-палы, выиграли эту войну, понимаешь? Вот. Вообще, не помню, кто, немецкий режиссер приехал сюда снимать фильм об отце, не помню, кто-то из отцовских друзей сказал, что, говорит, да, я обязательно буду принимать участие в съемках. Он говорит, гораздо лучше, чтобы они о нас узнавали как бы через него, через Высоцкого, да, чем там, ну и назвал несколько фамилий современных. Гораздо лучше, гораздо правильнее. Больше узнают. Дело не в том, что лучше подумают, а больше узнают. Вот сейчас ты возглавляешь музей, который, я как понимаю, это ведь не только, так сказать, некая экспозиция, это еще и фонды, но все, что должно быть в музее. Угу. Ты все знаешь об отце теперь? Нет, ты знаешь, я тебе скажу так. Вообще... Дело не в том, чтобы я вот все знал. Дело в том, чтобы я знал, что есть люди, которые могут эту работу наладить. Я вот себе в плюс записываю, вот за, я уже скоро 4 года вот в музее директором. Я нашел возможность пригласить людей, которые умеют это делать. И несмотря на то, что мы в тяжелом положении, у нас в общем очень такая серьезная коллекция фондовская, да, и она увеличится и больше, и наша семья уже, это единогласное такое наше решение, что все, что у нас есть, связанное с отцом, мы передадим государству в этот музей безвозмездно, наверное. Вот, потому, когда это произойдет, если произойдет? Когда я построю эти стены, когда я сделаю, что это будет сохранно, что там будет климатология, свет, охрана там и так дальше. Вот, я думаю, что вообще
очень, очень коротко попробую. Вообще, вот об отце все, нет такого человека. Ни моя бабушка, как я ее не люблю, она мама и отцовская. И она замечательный человек, чудная. Она очень много знает. Наверное, гораздо больше, чем другие про отца. Про самые разные периоды его жизни. И гораздо больше, чем рассказывает. Кому надо, рассказывает и записывает. Это есть этот материал, не публикует, другой вопрос. Вот. Не, допустим, мои сотрудники музейные, не какие-то люди, которые, допустим, считают, что вот музей неправильно работает, мы будем вот сами вот изучать там, не какие-то ученые, которые не знают. Вообще вот такого человека, который все знает о Высоцком, наверное, нету и не будет, и это невозможно, наверное, он один только и знал все про себя. Вот, я считаю, что вот изучая его, вот занимаясь даже вот строительством, так уж мы говорили сегодня об унитазах, там много унитазных проблем в этом здании, где и я очень слишком много этим унитазам отдаюсь, так, ну я говорю так. Да? Условно, да. Условно, да. Вот, я очень много про него узнал. И я считаю, не то, что там я стал лучше или красивее или богаче, но я считаю, что я изменился, узнавая его. Узнавая, вот работая на этом месте, я знал его, я помню его, у меня очень ранняя детская память, я помню себя с очень раннего возраста, мне, я иногда маме говорю, она говорит, не может быть. То есть ты этого не можешь помнить, потому что ты еще не ходил, не говорил там, а я помню, вот так вот как-то устроилась моя память детская. И я хорошо его помню, до каких-то слов, но я его не знал, а вот сейчас, идя вот уже 20 лет, вот как вот мы говорим, 20 лет идя вот как бы своей жизни, вот сейчас после по возрасту смерти, да. Уже его почти догоняя, да, я считаю, что я многое про него узнал, и я считаю, что я изменился под тем, как я узнавал, как он жил, что он за человек, что он любил, не любил, о чем он думал. Там, ты вот пережил то, что было по поводу его 60-летия, да? Mm-hmm. Сейчас начнется история с 20-летием его смерти, 20 лет без Высоцкого. Скажи, пожалуйста, не тошно тебе иногда участвовать вот в таких беседах, либо читать что-либо и поневоле ввязываться в некую, так сказать, полемику такую заочную, когда с фамилией Высоцкого начинают связывать все, что угодно? Например, вот я абсолютно убежден, что у кого-то сейчас, у зрителей возник вопрос. Ты назвал четыре фамилии. Себя, Аркадия, маму Владимира Семеновича, Нину Максимовну, там нет Люды Абрамовой Высоцкой, собственно, твоей мамы, собственно, ее, его жены. Не хочешь, не отвечай. Я хочу понять, почему это так. То есть, я тебе скажу. Это, скажи, это тот шкаф, в котором есть свой скелет, и бог с ним, пусть он там будет, извини, господи, нет. Прости, я, так сказать. Нет. Есть очень много достойных людей, кроме моей мамы, с которыми я всегда считаюсь, и я, и мой брат, и моя бабушка, и Марина в том числе. И мама среди них, и Вадим Туманов среди них, и Любимов среди них, я и про Золотухин среди них. Причем здесь Туманов? Вот. Есть много достойных людей, которые, но есть, вот так получилось, что я и мой брат, его дети, хотели, не хотели, никто не спрашивал, вот они. И кроме того, что, допустим, меня не могли не взять в актерский институт, когда я поступал, то есть есть некие права, да, в связи с этим и возможности, есть обязанности, я обязан этим заниматься. Мама моя, она считает, что и она тоже, она может не заниматься. Она занимается, она помогает мне, она вот все эти годы рядом со мной, спасибо, и она, ну, это отдельный разговор, вот, она очень много делает, она очень компетентный человек, она, вот сейчас мы делаем выставку, вот основную экспозицию, которую будут вот ходить, я не знаю, школьники, там, туристы и так дальше, она ее делает, она умеет, она и слава богу, владеть и отвечать должен я, мой брат, моя бабушка и Марина. И, к сожалению, это да, вы решили вчетвером. Это не мы решили, это по закону. Так, мы прямые наследники. Когда меня не будет, значит, это будут делать мои дети. Как прямые наследники и моя вдова. Если мы, они меня переживут. Мы углубились. Нет, ты пойми, это очень важно. Конечно, это очень важно. Это вот как вот у тебя вот раз, два, три, четыре. Это персонифицировано, понимаешь? Ну, у тебя там силуэты такие. Это персонифицировано. Вот можно как бы и спросить,
И можно знать, вот он отвечает, неважно, есть другие, хорошие, замечательные, в 100 раз больше достойные, понимаешь? Вот как сейчас президент Путин, да, есть лучше, может быть, да, но вот он, понимаешь? Понятно, уходим под воду, в нейтральной воде. Ладно. Уходим под воду, в нейтральной воде. Мы можем погоду, плевать на погоду, а если накроют, локаторы взвоют о нашей беде. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. И рвутся орды, но наверх не смесь. Там слева по борту, там справа по борту, там прямо по ходу мешает проходу рогатая смерть. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Но здесь мы на воле, ведь это наш мир. Свихнулись мы, что ли, всплывать в минном поле? А ну без истерик, мы врежемся в берег, сказал командир. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Плывем на рассвете, приказ есть, приказ. А гибнуть в отсвете уж лучше при свете. Наш путь не отмечен, нам нечем, но помните нас. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Вот вышли наверх мы, но выхода нет. Вот полный на версии, натянуты нервы. Конец всем печалям, концам и началам. Мы рвемся к причалам за место торпед. Спасите наши души, мы бредим от удушья. Спасите наши души, спешите к нам, услышьте нас на суше. Наш сос все глуше, глуше, и ужас режет души напополам. Спасите наши души, спасите наши души, спасите. Наш телефон 422-29, в гостях «Стрелки» Никита Владимирович Высоцкий. Никита, вот 20 лет без Высоцкого. Насколько я понимаю, это не просто, так сказать, констатация факта, это еще и название некой акции, извини за комсомольское слово,
которое родилось в твоей голове и вот в недрах этого самого музея. Акция, Володя, это коммерческое слово, это бумажка такая. Не комсомольское. Хорошо, коммерческое комсомольское слово, акция. Вот, что это такое? Чего ты хотел, чтобы народ услышал, кроме вот песен? Я просто вот сейчас поймался на том, что я не могу разговаривать при Высоцком. Вот, понимаешь, вот я не могу разговаривать с тобой, чтобы вот пока он поет, чтобы договориться о следующем вопросе. Ну, не получается. Я тебе скажу, значит, эта идея не только моя, это несколько людей. Вообще хорошие мысли, мне кажется, можно проверять, вот когда они нескольким людям сразу приходят в голову, хорошим людям и умным людям. Вот, значит, идея довольно простая. Действительно, народилось поколение людей, которые не просто там не могли быть на его концертах, не могли понять, почему народ безумно смеялся над передачей «Дорогая передача, вот субботу чуть не плачь». Они не понимали, кто такой, значит, что вот Капица действительно был, ну, как бы персонаж, да, семьи, каждой семьи, он был членом семьи Капица, да. Они не понимали, не понимают юмора, там, вот именно вот такого острого, сиюминутного, да. И главное, что они достаточно агрессивны. Агрессивны по отношению, как бы, наверное, как любые молодые люди. Так вот, мне кажется, и мне представляется, что задача людей, которые Высоцкого знают, любят, помнят, и причем не то, что они могут делать, могут не делать. Вот здесь как раз та самая обязанность вот этим людям сфокусировать их внимание на Высоцком. Они смотрели про Жеглова раз 25, они знают, что дедушке нравится. Вот, и им тоже так. Ничего, могло бы быть покороче, да, но ничего, почему. Вот. Это воспринимать надо нормально, они не хуже, у них будут, дай бог, чтобы у них был свой Высоцкий в их поколении. Но обязанности, вот я повторю, людей, которые его знают и помнят, их внимание собрать на этом. Обязанность не в том, что сказать, вот еще раз, допустим, чтобы вышел, ну, условный там Золотухин, сказал, ребята, читайте Высоцкого, это так хорошо. Никто читать не будет, тут же закроют и будет как с Маяковским. Вот я хотел, чтобы вся эта история, которая называется вот проект, акция «20 лет без Высоцкого», чтобы это было искренне от сердца, чтобы это было творчески. Вообще эту популярность, его популярность пережизненную не родился никто, наверное, и не родится, кто как бы сможет ее на тот уровень вытащить, да, когда несли с ним автобус на руках, там, или вот когда он шел по улице, отовсюду его песни слышались. Вот. Но вот для того, чтобы донести, и не только для молодых людей, очень для многих людей, современная жизнь закрыла его. Ну, был вот он тогда вот в застое, боролся с застоем. Я тут как прочитал, чуть не упал, что он боролся с застоем. Да он, блин, не знал, что застой. Заблудил. У него никакого застоя не было, понимаешь? Вот. В какой-то газете прочитал. Очень многие, для очень многих людей он становится таким нафталином. А это глупо, неправда, и это несправедливо. Вот я вот сейчас слушал, я думаю, ну кто вот еще так могет, да? Вот я сейчас, записи 22 года. Сделано, ну, проще не бывает. С одной камеры, ну, чуть-чуть она поездила, там, чуть-чуть его подсветили, ведь все. А какой вот, вот я по столько раз слышу, производит впечатление. Но я смотрю, я уже заинтересован. Вот очень важно, это первое, что важно заинтересовать, еще раз сфокусировать на нем, не как на бронзовой статуе, да, а как на живом, интересном, безумно энергичном и красивом человеке, да, сфокусировать внимание вот в этот день. Вот. Только ли в день? Не в день, я имею в виду вот вообще вот в связи с этой датой. Да? Вот. И второе, ну не знаю, Володь, ты, мне кажется, что, ну вот мы, я знаю, мне многие говорят, не надо петь Высоцкого, особенно те, кто его любит и как бы вот помнят, да, не пойте, как он поет, нам, вот мы его включим, и нам ничего не надо. Песни живы, пока их поют люди. Вот это банальность, но это факт. Он будет жить, вот так же, как Есенин, очень во многом жив сейчас, несмотря на все запреты, на что угодно. Там «Ты жива еще, моя». Кто-то написал про старушку. И люди поют это. Он жив. Вот я сегодня был на кладбище, и у отца, и у него. И к нему идут люди. Вот сейчас столько лет прошло. Надо петь, надо читать, надо исполнять. Сейчас, я хочу. Сейчас вопрос у меня будет. Сейчас, секундочку, слушаем вас.
Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Садик, ну, хочу задать вам такой вопрос. Да. Если бы сейчас был бы жив Владимир Высоцкий, как вы считаете, о чем бы он пел? Спасибо. Вот, это третья вещь, вот, которая очень важна. Я хотел задать этот вопрос. Володь, да, только... очень важно. На самом-то деле, ни он, ни Есенин, ни я так уж скажу опять вот с пафосом, с которым Володя борется, ни Пушкин там, ни Шекспир, ни Гомер, они никуда не уходили. Они-то здесь. Вот, понимаешь, он эти 20 лет, вот человек спрашивает, о чем бы он пел? Да он поет, блин, об этом, спасите наши души. Он сейчас для нас спел это. И это сейчас, вот, как, вот после того, о чем ты говорил, вот, про вчерашний концерт, против многого-многого, можно сказать, это звучит, это так, спасите наши души. Да? Страшно, СОС. Страшно другое в этом вчерашнем концерте. Там сидел новый президент. Если это его вкус, это очень серьезно. Да. У меня-то есть ощущение, что Путин тоже слушал Высоцкого, хотя и ГБшник, да, но он слушал его под подушкой, но слушал. И на нем рос. Да, наверное. Я хочу сказать, что и суть этого проекта, дай бог, чтобы в результате так получилось, чтобы было ощущение, эти 20 лет мы были не без Высоцкого, Никита, а мы были вместе с ним. Я-то ведь... сейчас мы послушаем еще один вопрос. Слушаем вас. Добрый вечер. Слушаем. Алло. Да-да. Добрый вечер. Здрасте. Вы знаете, в общем-то, я года рождения 58-го. Так. Вот. И как бы Высоцкий для нас был, ну вот, кумиром. Вот, мы был или есть? Слушали его песни. Был или есть? Действительно, вот Володя, это для нас был... Как вопрос, бы... пожалуйста, ваш. А? Вопрос. Вопрос. Вы знаете, каждому, мне кажется, времени свои песни. Вот мои дети, вот уже, как бы, моим детям уже 17 лет, их не понимают, понимаете? Вот, а мы, в общем-то, выросли с этими песнями. Вот как их вот передать вот следующему поколению, вот? Спасибо. Как понять? Очень сможет просто. Эта акция, извини, этот проект «20 лет без Высоцкого», вот ответите на этот вопрос, помочь, так сказать, это. Не станет ли это, я боюсь, вот чем, неким опять концертом, как это было 25 января, или вернее, по поводу 60-летия, когда, извини, блатовня какая-то вышла, так сказать, на эстраду, стала петь Высоцкого. Ну, подожди, у меня особое отношение. Я участвовал в работе над этим концертом, там были провалы, были. Светлые места. Да. Я тебе скажу, я не знаю, чем это станет. Вообще жизнь, она на этапы или на даты, это люди ее делят. Жизнь, она идет себе и идет, и я думаю, что ничего, в общем, наверное, по сути, в связи с этой акцией не изменится. Но я очень хочу, чтобы вот дети этого человека, который, ну, там, 68-го года, он, значит, рождение, им 17 лет. Слушай, я 64-го, у меня 13 лет, 14. Молодой отец. Вот. Значит, этот парень, который позвонил. Да. Вот. Я очень хочу, чтобы его дети услышали Высоцкого. Не услышали, не послушали, а услышали. Да? Чтобы он, я считаю, что что делать, вот если он меня спрашивает, если я правильно его понял, если он спрашивает, как, чтобы они услышали, а, любить самому, и, б, делать это, как, вот я говорю, не заставлять, не сувать ее, а делать это интересно. Это надо сделать интересно, понимаешь? Вот мне безумно интересно, как, допустим, современная звезда, актер Булдаков, я к нему очень уважительно отношусь, вот который, ну вы, блин, даете, вот этот вот, этот самый, вот как он поет Высоцкого. Мне это интересно. И я уверен, что его поклонникам тоже интересно. Я уверен, что будет вот этот концерт, который будет 25 июля, он будет состоять, вот барды поют Высоцкого, иностранцы поют Высоцкого, актеры драматические поют Высоцкого. Это будет интересно, это сфокусирует, я уверен, это сфокусирует внимание. Тот концерт смотрели по рейтингам, потом мне показывали, больше народу, чем «Голубой огонек» в Новый год. Вот просто так, к сведению. Другое дело, да, лажанулись, в чем-то лажанулись, были провалы. Наша задача, вот людей, которые этим занимаются, чтобы здесь... это было достойно. Этих актеров задача, чтобы это было достойно. Надо спеть его вот 20 лет спустя, если хочешь. 20 лет вроде как без него, но надо спеть. Надо спеть хорошо. Я слышал несколько исполнений. Сейчас готовится пластинка. Мы ее пишем в студии. Актеры поют Высоцкого, отдельно барды поют Высоцкого. Я слышал несколько исполнений, классных исполнений. Ну, я уверен, дай бог, вот, чтобы вот ребята его послушали. И я надеюсь, что кто-то, я не знаю, не Булдаков, так Золотухин, не Золотухин, так Дима Певцов, не Дима Певцов, так Харатьян Дима, я не знаю, кто-то, вот
именно вот его ребят пробьет. Дай бог. Я этого хочу, я поэтому это и делал. Насколько я понимаю, масштабное дело ты затеял, но, опять же, так сказать, это все упрется в финансы. Угу. Нас смотрит сейчас достаточно мало количество людей, но вдруг сейчас у экранов сидят те, кто, опять же, как вот мы с тобой, но, во всяком случае, я, на Высоцком-то вырос, и захочет тебе помочь. Как это сделать? Ну, ты знаешь, не очень я верю. Я, было время, я верил, что вот можно попросить, и люди дадут. Я понимаю, время изменилось. Кстати, знаешь, было время, когда собирали на памятник отцу, наковыряли много денег. И их убила инфляция. То есть от них ничего не осталось. И тогда люди верили. Верили и давали. А сейчас как-то не верят. И там говорят, ну, вот эти все истории. Мы давали там детям Чернобыля. Народ там на это поехал, там поехали дети начальников, ну и так дальше, не очень верят. Ну, я уверяю вас, что все будет честно. Если кто-то хочет помочь, я работаю вот директором Государственного культурного центра музея Высоцкого на Таганке. Есть там телефон 915-7578, никто не успел записать, спросите потом на студии, 915-7578. Да, кому хочется помочь, вот этому ли делу или восстановлению музея. А можешь не звать, можно приехать к тебе. Вот сегодня я взял тебя оттуда, ты и суббота, и воскресенье, и праздники там. Ну, относительно, там. Сегодня я туда, я там пролетел просто мимо, я там с тобой встречался. А вообще, да, вот так получилось, что я вот... Тебя там можно найти, ты доступен. Ну как, я в каком смысле доступен? Ну и конечно, доступен. Я там директор. Я не сижу там, охраны нету такой, что меня не пускают. Не надо там приходить со мной там выпивать на брудершафт, но если по делу. И потом вот что очень важно. Я всегда вот, когда я где-то, я всегда говорю, вот, если там вот я в другом городе или что-то, вот если у вас есть какие-то материалы, связанные с Высоцким, это мало ли там. Может быть, какая-то там... Все может быть. Вот самые неожиданные вещи находятся. Вот недавно нам из Белоруссии принесли книгу. А отец на Фарзаце написал песню. И она сохранилась. Человек принес ее в музей. Ты представляешь? Мало ли, может быть, вот что-то есть. И вообще приходите, это же делается, в общем, для вас и для детей, для ваших. У нас спасибо. К нам много спасибо, ходят, там Никита. И бывают и спектакли. И последний звонок. Слушаем вас. Алло. Да. Никита. Олег. Добрый вечер еще раз. Добрый вечер. Значит, не 68-й, 58-й год, первое, да? И второе, это выше, значит, да, 58-й. Ребята, да. Значит, на Высоцкого, понимаете, я не то хотел сказать. Вот, о нейтральной полосе цветы, которая чем Москва отдается, да? Вот, и тогда вот эти песни народ не понимает. Вот я вот... Ну, я бы за народ, да? Так вообще, да, за народ, наверное, не стоит тут зависеть. Да, вот мои ребята, да, вот... Они 82-й, хорошо. 88-й. Давайте вот что сделаем. Вы меня слушаете, Олег? Да. Вот мы сейчас финалим, как мы говорим, заканчиваем нашу передачу. Вот мы очень хотели, чтобы эту передачу смотрели прежде всего ветераны. Как мне кажется, мы все-таки мы попытались вас... Мы не меряем землю шагами? То, что... Нет, не в этом дело. Нам очень хотелось вот сделать подарок ветеранам. Показать им те песни, которые сохранились, которые ну, вот есть. Да, вот скажите, пожалуйста, как вы считаете, какая главная песня, посвященная войне, есть у Высоцкого, если вы, как и я. Ну... Естественно, мы не мерили землю шагами. Мы-то шагами, от себя. Да, вот эта песня уже была, да, нет, была. Не она. Спасибо вам большое. Спасибо, Никита, большое за эту передачу. Ну, я тоже, Володя, я хочу поздравить всех, и ветеранов, и нет, и всех нас. Великий день, великий праздник. Великий я праздник. Мы поздравляем вас всех. Хотя, как поется в другой неплохой песне, это праздник со слезами на глазах, и поэтому мы закончим эту передачу. Как нам кажется, как мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но все-таки главные песни о войне. Спасибо и всего доброго. Почему все не так? Вроде все как всегда. То же небо, опять голубое, тот же лес, тот же воздух и та же вода. Только он не вернулся из боя, тот же лес. Тот же воздух и та же вода, только он не вернулся из боя. Он молчал мне в попасть,
и не в такт подпевал. Он всегда говорил про другое, он мне спать не давал. Он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. Он мне спать не давал, он с восходом вставал, а вчера не вернулся из боя. То, что пусто теперь, не про то разговор. Вдруг заметил я, нас было двое. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Для меня будто ветром задуло костер, когда он не вернулся из боя. Нынче вырвало, словно из плена весна, по ошибке окликнул его я. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Друг, оставь покурить. А в ответ тишина. Он вчера не вернулся из боя. Наши мертвые нас не оставят в беде. Наши павшие, как часовые, отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Отражается небо в лесу, как в воде. И деревья стоят голубые. Нам и места в землянке хватало вполне. Нам и время текло для обоих. Все теперь одному, только кажется мне, это я не вернулся из боя.